Добрый день, это видеообзор посвящен динамометрическому ключу от компании Intertool. Так он поставляется в такой коробке. Как мы видим, так у нас приклеена клейка дубовая. Смотрим на сам ключ. Такой хромированный ключ. Глаз радует. Хорошая трещалка. С держателем под головку. Наши значения. 28 до 210 ньютон на метр. Так у нас выбирается нужная нам сила затяжки. Видим килограммы выгравированы. Фиксатор. Я им пользовался раза три всего, когда я пересобирал двигатель. Скажу, мне понравилось, мне приятно с ним было работать. Никаких негативных отзывов у меня о нем нету, только положительные. Хорошая вещь за небольшие деньги. Коробку мне влазит, надо подкрутить. Так что покупайте смело, наслаждайтесь работой. Думаю, он всем пригодится, как и мне.